Yeah, I didn't see this fucking shot. Holy fuck. That could be so fucking tragic. That could be so tragic. I actually didn't see that he finished attack in his death animation. Rookie mistake, I guess. Спасибо за ГГ. Thanks for the gym. Спасибо за режим. Ну, пока официально второе место, хотя там опять же. Не факт! Не факт, что даже второе место будет. Тоже не факт. Пошли 60 делать пытаться. О, Excel-ка первая. Holy car. Я подвал обычно, окей. Первый этаж Excel меня в принципе устраивает. Лишь бы потом не было Excel. На первом этаже меня Excel полностью устраивает. Можно наоборот хорошо подфармить. Потом у тебя шанс на сделку еще и повышенный после Excel, что очень хорошо. Это, кстати, вообще не факт, что его нажимать, ну ладно. Уже нажал поздно. Может пригодиться. На ближайшую перс... Правда, а, что плохо, я удачу получу позже. Вот что плохо в Excel. Есть одно плохое. Явление. Явление. Короче, плохая штука с целью связанная. Удача будет только на кейс 2. И это на самом деле печально иногда. Хотя уже что-то есть на удачу, уже очень грустно ждать еще этаж. Начинать хуярить. А ждать, может, придется из-за этого. Магаз пустой. А, удачи, окей. Здесь скоро пойдут нормальные сделки. Прям скоро. Прям скоро они пойдут. Это уже, по-моему, 3 забега или 4 забега. Сделки просто еле живые. Так, это интересная комната. Лучше бомбу потратить, ей-богу. Ей-богу, лучше бомбу всрать на них. Спокойнее спать буду. Монетки, да. Ну, я говорю, ну, на этот стрик хватит в любом случае, камон. Я не успею до нуля просадить. Хотя, может успею, я не знаю, когда говорю, что не успею, но что-то как-то все не умираем и не умираем почему-то. Не знаю, уже стрик, по-моему, неделю живет. По-моему, такого никогда не было, чтобы стрик жил неделю. Стрик столько жить, по идее, не должен. По логике вещей. Это что-то ненормальное, что он столько живет. Опять зеленый мухи, да ёб твою мать. Сколько можно, блядь. Блять, они еще, сука, разбежались, блять, по всей комнате, нахуй. Как они двигаются по тупорылому. Флора. Рон, да, это уже неплохо. Да, это уже неплохо. Это много денег. Да не ты. Ты успокойся. Бомб нет. Это меня маленько смущает, что бомб нет. Первый босс легкий. Здесь второй тоже босс будет легкий. Что было бы клево, да, ее зафиксировать перед заходом на сделку. Спидран без рестартов. Это даже звучит какая-то тупейшая хуйня. Даже само слово сочетание звучит какая-то хуйня. Хуй нахуй спидран без рестартов. Шедший, опять сливка. Не паникуй от сливки, блять, ты эту сливку убивал миллион раз, она тебя больше боится. Успокойся. Я не делаю файлы за деньги. Успокойтесь. Типа я могу это не использовать. Я могу этим только на боссах пользоваться.
Я могу просто ради боссов это юзать. Я не буду этим пользоваться ради клира. Ну хотя если какой-нибудь не флорид кейс, вот, не, даже если не флорид кейс, там ебаные, блять, бочки, хуй пойми где могут быть. Нет, этим тупо нельзя пользоваться. Я хочу залочить, потому что ангелы параша для долбоебов. Я в ангелов вообще не верю теперь. На этой ласте вообще никогда. Я буду просто, наверное, в босс-челленджи и на боссах вязать. Это просто будут типа на халяву боссы пройдены. Буквально. И все. Тогда все будет нормально, надеюсь. Так, ну нормальный старт, окей. Да, есть и рейд есть немножко. Конечно, соблазн огромный есть нажать. Но я прям себя сдерживаю, что есть силу. Такой соблазн лютый нажать. Активку. Просто нереальный соблазн. Но я не могу это сделать. Не могу это сделать. Ну хотя вот в таких румах, окей, можно. Ладно, все, хватит. Хватит выебываться, все. Убирай. Дальше не пойду. Way too fucking risky. Скорости пока нет, аккуратно. А, рума открылась. Что? А кто рум открыл? Или типа мы любом ее открыл? Типа мы любом ее открыл? Эту комнату? Или что-то произошло в этой комнате? Ты открыл? Спасибо. Не, я знаю, что тренка, просто я вроде же сам же не взорвал ее. Типа, видимо, это мы любом что ли ее бахнул? Сам дверь же не взорвал. Нет. Намеренно. Раз это делал. Раз я такую хуйню делал. Ему либо такой враг. Так, мне нужна секретка. Я ее пока нихуя не нашел. Меня это очень печалит, что я ее не нашел. Меня это очень сильно печалит. Так, хорошо. Если мигаю, я нажму все же. А, окей. Be right back.
Сидим, терпим, сидим, терпим. Наверное, можно уже дойти? Наверное, можно. И уже, и, кстати, должен просраться. Надеюсь. Заманчиво. Сколько это заманчиво? Хочу ли я рисковать это проходить? Я, блин, боюсь этих комнат, потому что я никогда не помню, какие там враги. Там очень много комнат, которые просто типа непредсказуемые. Нечаянно можно обосраться. Хотя что там может быть, если это не Florid Caves? Что может быть плохого там? Почему здесь нет секретки? Какого хера? Где она, блядь? Очень тупой мувмент. Опять очень тупорылый мувмент. Блин, я просто уже не могу играть, по-моему, на скорости 1. У меня мозг лопается от скорости 1. Это так плохо. Это так мало. Это так мало. Окей, гейм. Give death certificate. Wait, list Mega Mash, I guess. Ну или так. Слушай. А не лучше ли это, чем... чем Mega Blast? Звучит странно, да? Но, по-моему, я это буду гораздо больше использовать, чем Mega Blast. Но Mega Blast проходит боссов. Ну хотя, блять, а как босса? Вот тот же Айзек, я его хуй пройду мегабластом, мне кажется. Я там заебусь доджить. Там будет очень тупо доджить. Это будет очень неприятно. Кажется, мне мегабласт как будто не нужен в этом забеге. Вот как будто он не нужен. Как будто мне он не нужен. Это странно, но он мне как будто не нужен. Не знаю. Но это странно. Это очень странно. Это даже какая-то хуйня звучит абсолютно, но... Я просто думаю, пока я буду бить босса мегабластом, я там наоборот тычку получу, потому что я что-нибудь не увижу. Я не буду играть без рестартов. Пока не выйдет патч... Нет смысла, я же говорил это миллион раз. Пока не будет патча, который что-то изменит. Что-то новое... привнесет. Я смысла в этой играть не вижу. Ёб твою мать! Я еще в углу встал по-идиотски абсолютно. Кинспид. So bad. Не, я книжку оставлю, мне книжка больше будет помогать однозначно. Угольный бласт, да, но все равно нет. Даже в этом случае нет. Мегабластом невозможно нахуй пользоваться. Это ебаный Телост. Это невозможно вообще его использовать. Он только на боссах, а на боссах мне он как бы и без угля был норм. Это только на боссах можно использовать ебаного персонажа. Больше нигде. То нет никакого смысла в этом, в принципе. А пока я заберу эту тринку на минус шипы. Хотя слезы не вижу, меня это бесит. Сука, темный пиздец. Я же тупая хуйня. У меня камень тоже... раздражается, что он вообще есть в этой игре, что он существует в этой игре со мной одновременно. Нет, камень не нравится. Он мне не нравится. Я хочу его удалить. Благо, я хотя бы камни пока сам не ломаю ничем. И на том спасибо. Я тебя через зеркало вижу. Окей. В порядке. Книжку надо прям беречь, но не слишком жадничать. А, магнитная залупа, я думаю, почему он не умирает. На,
Магнитный еблан. Блять, глаз хороший. Ну там боссы могут быть кринжовые. Там боссы могут быть пиздец кринжовые. Там красный мегамо бывает. Я не могу это проходить. Нет, не могу проходить. Да не могу проходить. Печально, что я не могу это проходить, тем не менее. Так, я жду, пока они ко мне приползут, я не буду ходить никуда. Ждем. Просто ждем. Блять, я тебя не видел. Подкрался, блять, уёбок. Я его не видел вообще. Я вообще его не видел. У меня уже нет мегабласта, я его убрал. Врачат внимательные. Прям как я. Вот эта штука тоже двоякая. Но, наверное, все же... Нет, это все же нормальная штука. Телепорт нужен. Блять, я это беру. Я это беру. Это, конечно, не хули карты ваши, но тоже неплохо. Телепорт! Санкарта. Хочется глазик забрать, но это опасно. Так это просто риск, но неоправданный. Вообще неоправданный, к сожалению. Просто неоправданный риск. Красный мегамо это будет просто минус 3 сразу же, считай. Почти гарантированно, считай. Билд у меня все же плюс-минус, но есть хоть какой-то. Я пока и так выдержать могу. Конечно, хорошо, но как-то жить могу. Уже неплохо вроде. Это брать не надо. О, клир. Давай, давай, давай. Жгись, жгись, об говно красное. О, его какашка подвинула от меня. Смешно. Сделка не пришла. А, ну сделка была до этого, да? Да, она была до этого, ладно. Ладно. В принципе, это справедливо. Наверное, это справедливо. Возможно, это справедливо, что так все получилось. Блин. Димаш. Или я брать глаз? Не, не хочу. Не хочу. Опасно. Слишком опасно. Все же опасно. Риск не стоит того, там плюс. Сука, там 7 дэмэджа. Там даже, по-моему, дамага-то мало дают. Вообще дэмэджа нет. Ну, у меня как бы дэдай есть, понятно, но нету статов. Это было почти поздно. Соси хуй, ебаный магнит, блять. Соси хуй просто. Ебаный, блядь, магнит конченый. У меня настолько мало, блядь, дэмэджа, оказывается. Настолько хуёвый дэмэдж в этом забеге. Хуенно, блядь. Удивительно. Это хуйня не надо. Но книжка оказалась лучше. Книжка все же реально оказалась лучше. Пока что. Вау. Ладно. Да, я зарежу сначала, наверное, книжку, потом пойдем. Можно? Нет, нельзя, понял. Нельзя нихуя. Нихуя нельзя. Thanks. Much appreciated.
Или карта сегодня вроде существует, пока фарм возможен. Окей, это уже хорошо. Здорово. Нормально. Нормально. И тут чуть не обосрался. Конец. Патруль-бомба. Пока живем. Пока живется, живем. Опасные мухи, мои заклятые враги. Вот эти румы тоже меня всегда пугают. Привет, Иви. Это прикольный тригет, но я все равно на удачу оставлю. Я поверю, что я что-то найду на удачу. Я не хочу фармить лишние комнаты все равно особо. Или хочу. Нет, не хочу. Нет, тут постер дают. Пошли ласта открывать. Даже, наверное, стрим-карту брать не буду. Не буду рискнуть. Ну, хотя, в принципе, не могу. Ладно, у меня все равно есть ванап. Возьму все же на босса. Силу. На босса сила нужна, силушка. Даже без нее-то. Сегодня, по крайней мере, что я, конечно, признаю, сегодня игра дает очень много защиты. Прям реально много, чем в среднем. Обычно я столько нихуя не могу найти. Столько хули карты всей хуйни. И даже часы были синие вон в первом забеге. С ума сойти. Просто ебать, с ума сойти. Уже зафармить. Хотя все же айтемы могут быть полезные. Даже это, в принципе, может быть полезным. Если не против. Тут маленько руинит, но не сильно, благо. Терза шикарно. You late. You're so fucking late again. Oh, fucking late. Блин, выбор на самом деле псиный пиздец. Тут Белял берется вместо скорости. Тут Белял берется, да ведь? Белял берется. Скорость пиздец нужна, но Белял прям пиздец имба. Я не могу не брать Белял. А, нет. Иди нахуй. Отдай, отдай. Или карту забрать? Да, Макла, конечно, поздно, блять, это уже Депс 2 будет. Че я с него получу? Осталась одна item рума, один босс. Типа, нахуя. Да, скорость я знаю, блять. У меня жопой слушайте, я же говорю, выбор псиный. D5, ну, кстати, ну, D5 наверх. Ну, кстати, из-за D5 еще был этаж лишний, да? Но все равно, мне кажется, Белял того стоит. Не знаю. Поспать, да, наверное, можно. Просто я думал, можно не спать, с другой стороны. Ладно, у меня защиты много, поэтому ладно. Надеюсь, там мы еще раз качаемся за этаж лишний. Или сейчас просто все просрем. Как оно бывает, по-моему, обычно. Все наоборот обычно идет. Все наоборот происходит. Спали. О! Тут румы, кстати, часто довольно это зеркальные. Как будто вообще этажи реально один в один себя повторяют. Блять. Да я потеряю. Тут врагов нет. Уголь, да, но у меня будет 6 урона. И не будет Белиала. Но будет ледер. Сука. Может, я понадеюсь, что сделка вернется?
Может, сделка вернется, я типа смогу Дедай залочить. Yeah, it can spawn again, but it might not spawn. I have no idea, like, is it even, like, more powerful? Like, fucking 6 damage, or coal, brim, leather, than Belial? It's kinda sad. It's pretty fucking sad. Просто у меня билд и так, по идее, нормальный, правда же, должен быть. Я, наверное, рискну. Я рискну. У меня и так неплохой билд. Я могу играть без брима в этом забеге. Мне брим, он не прям мега нужен. Ну, конечно, было бы неплохо, понятно, его иметь, но и без него можно пережить. Потому что у меня все-таки есть Белиал, есть мемы. Есть довольно большой тирейд. Одно плохо, у меня шиспит хуёвый, я вот только из-за этого, может, еще больше на брим посматриваю. Шиспит довольно всратый. Он меня маленько, конечно, расстраивает, и скорость меня все еще расстраивает. Так, ну, кстати, полагаю, мне уже... Чё я находил? Не сильно поможет это. Ну, хотя вообще-то поможет, погоди, вообще-то поможет. Вообще-то поможет. Смотри. Смотри. Есть идейка. Есть идея на миллион. Надо Дедай, во-первых, зафиксировать. Каким-то хуем. Ну, примерно... Ну, нихуя не так, кстати, этого мало. Ну, 11... Окей, это уже почти максимально. Если меня сейчас телепортанет, я окажусь на сделке с дьяволом. И тогда я заберу брим, и у меня уже будет на нем 11 урона. Поняли? Схема. Ебать, схему придумал. По распилу брима. Надо только не стрелять. Надо не стрелять. Тут ровно 6 тычек. Тут ровно есть 6 тычек. Даже 7, возможно, если сундук будет какой-нибудь с ХП. Еще надо не въебаться в костерло. Так. Блять, не стреляй, еблан! Я костра испугался. Не, нету. Ну ладно. Давай, наверное, все равно. Это же хуже никак не сделает, правда же? Не, план был хороший. План был хорош. Но не сработало. План был охуенный, на самом деле. Просто охуительный. Сракет Харт, это реально Сракет Харт, это не Сакрет Харт, это Сракет Харт. Не, Дедай будет теперь чаще, да, наверное, ломаться, что мне теперь... А погоди, а я теперь, наверное, Дедай, кстати, не зафиксирую, да? Кстати, даже если возьму брим, да ведь? Слезы по диастанции, ёб твою мать, еще один это на защиту, ну нет. Наверное, это уже перебор. Наверное, это уже перебор, еще и крест выбрать в этом забеге. Мне прям стыдно уже. Прям много айтемов на защиту падает. А, он там мне похуй. Тогда мне еще поебать на все. Ладно. Тогда получается, есть брим, нет брима вообще похую. Плюс-минус. И выходит, не зря фармил. В какой-то веке фарм был реально в тему на толсте. Редкое явление. Природное. Фарм, который на пользу. Крест не лучше постера. Вообще резонно. Наверное, лучше, да. Вообще резонно, наверное, лучше, да. Просто крест надо каждый раз выкидывать, вот что бесит. Надо каждый раз выкидывать. Мантия там общая. Надо крест каждый раз выкидывать и за ним бегать. Ой, меня это заебет, наверное, ладно. Я все же верю, что я не настолько, наверное, ЛС уже. На ТЛСте. Я почему-то в это верю. Не знаю почему, но я в это верю. Начал в себя верить почти уже. Спустя 60 ранов. Все еще очень мало. Я просто не буду бегать. Меня это нахуй заебет. Каждый раз бегать с начала этажа. За тринкетом.
На стрике номер 590 я так, может, буду делать на толсте, но не на стрике номер 60. Это все еще хуёвый стрик. Все еще какая-то хуйня, по-моему. Так, сделки бафаем, а я уже бафнул, окей. Это руман. Сейчас уже попроще. О, опять силки. Балдежно. Блин, не байте меня на хуйню, пожалуйста. Не надо ли на хуйню байтесь? Не надо. Вот этого делать не надо. Сделки нет. Ладно. It's fine. It's fine. I don't fucking care. Who cares about fucking stupid brimstone? Not me. А я не байчусь, я пытаюсь не байтиться. Кстати, очень хороший айтем. Это и шот спид, и тирейт. Это просто шикардос. Просто шикардос. Хотя там пиздец долгий, охуеть. Выран долгие. Все, походу ранов больше не будет быстрых. Телос какой-то пошел душный уже под конец. Не дает мне разогнаться никак. А, давайте вы там где-нибудь умрете сами. Без моего участия. Типа того. Как-нибудь там сами, короче, разберитесь без меня. Привет, Моран. Ух, Ларса. Кстати, Ларс все-таки на толсте играет быстрее, чем на Эдене. Как бы, что опять же доказывает мою теорию, что на ТЛСТ играть долго прям сложно, прям очень долго играть. Типа очень долго раны высасывать. Типа как на Эдене, там, по-моему, по 2 часа рана все же, по-моему, не делает. Вот такого там нету на ТЛСТ у него. Да, все еще, конечно, довольно долго хуярит. Но у него такой стиль игры, типа, это нормально. Всех свой стиль игры. Разные вещи для разных людей могут работать. Я помню, что жарко стало. Опять меня лос душит. Опять жара. Что там было? Я там не был. А там скорость берется. Только я, конечно, еблан, я не взял фул карту, но, видимо, хочу боссов позакреплять, ладно. Закрепляем боссов. Ну, так даже особо не закрепишь. 115. Ну слушай, это неплохо, 15. Это его буквально второй, по-моему, стрик за всю историю. Я думал, у него даже похуже дело пойдет, потому что он вообще, типа, особо же даже файла, по-моему, не делал. Ну, хотя не, он файлы делал, ладно, да. Неправда, файлы все же он делал. Но то остальное, типа, вообще не играл. И, типа, с его стилем игры на Эдене, это вообще в шок, что он даже 15 смог сделать. Это реально достойно уважения, на мой взгляд. Joker. Нахуй так делаю? Делаю, как в кайф. Только в кайф делаю. Уран хуета. Уран я брать не хочу, мне нахуй не нужен уран. Вообще, я так думаю, что он мне может испортить в этом забеге. Может быть и ничего. Просто опять же, встает вопрос. Хуже... Может быть, не сделает, но может сделать. А лучше, а что он лучше сделает? Еще более вопрос хороший. Нихуя он лучше не сделает. Опять же. Прикольно, Рума. Рума, конечно, прикольная. Какая душа Эдена. А, душа Эдена, которая расходник, понял. Думал, про актив. Нет, это был другой этаж. На этом ее нету. Вот на кирку я уже, наверное, все же не поведусь. Вот это уже, наверное, вряд ли. Вот это уже все же, наверное, вряд ли. А можно прям резко пробежать? Окей, можно. Тут можно обойти просто. Ёбаный сундук, я про него забыл. Сундуки. Тупорылые. Вижу их. Презираю их.
всей душой. Так, все, пошли отсюда. Похуй на эти бомбы, я ебал эти костры, я не хочу с ними ничего нахуй делать. Похуй абсолютно. А, сделка пришла, все же. Войт мне не особо нужен вроде. Кстати, здесь мог быть Войт Мегабласт БТВ. В этом сиде мог быть Войт Мегабласт. Ой, похуй. Как будто мне он нужен, в самом-то деле. Не надо. Странное направление движения. Как будто странное. Но хотя не, может нормально. А может и нормально наоборот. Нет, уже не нормальное. Билд хороший. Билд приятный. Это самое главное. В этом забеге наконец-то есть и билд, и защита. Сразу. Прям все приятно. Прям то, что надо. Зубы — это прям такой клатч. По-моему, вчера тоже, по-моему, рано был с зубами какой-то. Снова они вернулись сегодня. Спасибо им за это. А. Надо сегодня, походу, делать раунд 20 подряд, потому что хули карты просто сыпятся чрезвычайно сильно. Сегодня, похоже, был хороший прогноз на хули карты. Я не смотрел прогноз погоды. Но, похоже, это оно. Это явно оно. Благоприятный прогноз сегодня. Их даже девать, блин, некуда эти хули карты. Это уже ничего не дает. Мне уже терскап. Ну ладно. Это уже ничего не даст мне. Даст. Это легкая волна для бомба 2, да? А, ну окей. Баланс. Баланс. Кейджем забалансили. Это прям капец смешная была волна для этого этажа. Что такая волна, по-моему, может быть, блядь, на втором этаже, по-моему. Или, ну, похоже, может там два будут врага, а не три. Вот он два будут, еблана. Е-е-е, тут могли быть слезы. Кстати, это было бы мерзко. Это было бы... Бро! Can you fucking keep this holy card for next run or something? It's too much. It's way too many. Dead many holy cards, I'm not dead fucking stupid. Okay. То, что не отражается, спасло, сейчас бы на меня бы агрился. Если был бы рейндж побольше. А! Не пытается. Найс. О, найс. Вау. А, это не букворм или букворм? Я потрогаю книжку все равно. Чисто ради прикола. А. Ну-ка. Я, наверное, оставлю все же некрономикон. Я оставлю его. Он мне все очень нравится. Максимальный итак. Маппинг! Any маппинг, мистер Бегер. Эти маппинг. Это маппинг. Оу. Oh. What? What? What is this shit? Наверху, наверное, да? Мне байтит вторая секретка, но это не факт, что на самом деле он там будет. Ёб твою мать, что это за этаж? Это за комната нахуй? Пиздец, лечи в лёбике, хуй пойми чё. И костяшки. Ебанись. Уйди себе, блядь, рума. Смешная. Очень смешная комната. Про.
сверху оказался. Don't do it. Don't do it. Это не подбираю. Мне так сундук срет тринкетами. Смешно. Прям не может мне срать тринкетами. План очень долгий. О, мини-маш, который я искал. Две мухи. Solar Planet. Пошел Solar Planet Action. Хуила, ты этого делать не будешь. Ты этого делать нихуя не будешь. Даже, блядь, не мечтай нахуй. Как бы с собой их забрать на бэбика синего. Фангай! Окей. Okay. С Final Touch. Блять. Хоминг. Блять, нихуя не вижу. Три забега без потери мантии. Идем на рекорд. Не слива мантии. Перед смертью. 50.